Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире, как мы анонсировали. Сейчас у нас на прямой связи посредством Зума директор Рижской классической гимназии, доктор наук Роман Алиев. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну вот вчера у вас был президент, и не только президент, и мэр Риги, и ваши коллеги из других школ, и представители департамента образования, и комитета Рижской думы профильного по образованию. Много было людей. Мы сейчас об этом тоже поговорим буквально через несколько минут. Но начать я хотел с такого вопроса. У нас в прошлый раз вот были в эфире летом, мы как раз говорили о том, что ну, все выражали надежду, что наконец школа вернется, насколько это возможно, в нормальный ритм работы. 1 сентября, я знаю, вы тоже собрались, и вот уже второй месяц обучения. Какие впечатления от этого такого вот экстремального, к сожалению, опять-таки, начала учебного года? Удается ли удержать большинство классов от какого-то временного ухода на карантин? Какая обстановка? Все-таки ваша школа одна из самых крупных в стране. Не одна из, а самая крупная самая, гимназия в балтийских странах. Да. У нас 1970 учащихся. Даже в балтийских странах во всех, да, получается, самая крупная, да? И уже два года мы являемся государственной гимназией, нам был присвоен статус государства. Да. Но это, конечно, и не только как бы оценка и поощрение, но и определенная ответственность и смена стратегий развития образования в нашей гимназии. Но что касается этого учебного года, он все-таки отличается большим оптимизмом и как бы надеждами на то, что максимально долго дети, ученики и учителя будут работать, учиться все-таки в нормальном режиме, в нормальной ситуации, когда это происходит в школе, в самих классных помещениях или на учебных экскурсиях, но во всяком случае не дома. Из 74 классов, которые в нашей гимназии действуют, на карантине находится 6 классов. Я думаю, что пока это не такой раздражитель, который мог бы вызывать какие-то серьезные опасения, но все-таки звоночки прозвучали, и объявление чрезвычайной ситуации тоже говорит о многом. И в первую очередь о том, что необходимо более серьезно подходить к выполнению эпидемиологических требований и правил. К сожалению, этому тоже нужно учить общество, несмотря на то, что второй год пандемии, общество не готово, общество сопротивляется, общество не хочет принимать эти правила. Ну, во всяком случае, одна из частей общества. Да? И получается, что не соблюдая правила, не выполняя требования, конечно же, подвергаются риску не только сами конкретные люди, но и те, кто вокруг. Поэтому мы тоже должны учить, и сегодня это еще один из таких социальных факторов, который, по-моему, недооценен в обществе по отношению к учебным заведениям, по отношению к школам, по отношению к учителям. Потому что школы выполняют огромную миссию, социальную миссию, обучая тому, чему все-таки не научили их дома и не могут передать, так сказать, родители учеников. Хотя есть очень много и позитивных, положительных моментов, когда родители разговаривают на эти темы со своими детьми, и не только на эти темы, вообще на тему правил, на тему ответственности, на тему гигиены, как посещать туалет, как за собой ухаживать. Некоторые родители считают, что это автоматически все получается и происходит, да? Но, к сожалению, автоматически не происходит. Не происходит, да. Не происходит. Поэтому социализации, социальной адаптации, они чрезвычайно важны.
Что почувствовали школы после удаленного обучения прошлого года? Почувствовали, что дети пришли из семей, из дома десоциализированные, то есть не умеющие вести себя, не умеющие пользоваться определенными предметами, не умеющие выполнять правила. Всего лишь за год фактически, да, вот такая десоциализация произошла, даже меньше, да? Ну, во всяком случае, в этом плане мы заметили проблемы, и, конечно же, это требует и внимания, и усилий, чтобы, как мы иногда говорим, ликвидировать пробелы. Но что делать? Приходится, потому что мы видим, что разучились или как бы не понимают вот этих важных, значимых моментов, которые требуют совместная деятельность, совместные занятия, не индивидуальные, когда ты на экране только можешь видеть учителей и своих одноклассников. Но вот здесь эти проблемы, которые требуют, конечно же, опять усилий и понимания и учителей, и учеников. Да, вот еще, наверное, одна проблема, ну, может быть, в вашей школе, где, ну, достаточно высокий уровень подготовки учащихся, вы не так с этим столкнулись сильно, как многие другие школы. Речь идет о том, что вот это удаленное обучение у многих школьников создало вот, ну, такую иллюзию такую создало, что вот у них все в порядке, что они программу освоили, и вообще никаких нет проблем, не правда ли? Я с вами согласен, Навик. Иллюзии создаются собственными руками обычно, да? И почему так происходит? Это происходит из-за того, что, опять же, не доучили детей рефлексировать, проводить самооценивание, то есть вот такое реалистическое, да, объективное самооценивание. Иногда ученики, то есть, не анализируют, а каких результатов мы достигаем, а что на этом пути достижения определенных результатов у нас не получается и почему не получается. То есть на это времени, как всегда, у взрослых не хватает. Нужно же идти вперед, как говорится, пройти программу любой ценой. Да. Но это педагогическое кредо устарело. Давным-давно, я считаю, что уже 50 лет назад устарело, но все равно к нему прибегают. Я иногда слышу от коллег, что вот учителя говорят так и так. Не надо проходить программу, надо заниматься заданиями, которые в соответствии со стандартами учебными программами необходимо включать в учебный процесс и раскрывать это содержание, и оно может раскрываться в разных пропорциях и в разных количествах. Но главное, нам определенные компетенции, особенно те универсальные, так сказать, всеобщие такие универсальные компетенции или способы, которыми нужно обязательно всем овладеть, как познавательными, так и социальными, вот это должно становиться доминантой, главным учебным процессом. И тогда с учениками, конечно же, нужно подводить итоги по всем этапам деятельности, которые происходят на уроках и в выполнении проектных заданий, например, или домашних заданий. Да. И здесь очень важно вместе с учениками смотреть на проблему. На проблему, ведь если проблему не обозначить, если ее не сформулировать вместе с учениками, то она останется не сформулированной, она останется какой-то абстрактной проблемой. Не получается, я не могу, я не умею. Да, или, так сказать, мне неинтересно, и поэтому это осталось без моего внимания, да, ученика. Но должно быть по-другому. Если формулируется проблема совместно, то значит внимание привлекается, а
а обеих сторон, и учеников, и учителей. И это внимание, оно должно выражаться в практических заданиях, которые помогают увидеть, высветить эту проблему. Что же конкретно не получается? Почему не получается? Там, может быть, какие-то мелочи, какие-то нюансы, которые не дают осознать, как дроби умножаются и делятся, и как происходят эти процессы в природе и в жизни. Да, все это должно осознаваться детьми практически, и это понимание, оно как раз-таки и через практические знания вырастают, да, поднимаются до теоретических обобщений и каких-то выводов, которые тоже учатся наши ученики делать с помощью учебного проекта или с помощью учебных заданий, которые сегодня тоже должны быть совершенно другими, отличными от тех, которые были. Да, я, например, очень серьезно занимаюсь вместе с коллегами именно комплексными заданиями, в которых включается много универсальных вот этих всеобщих, да, компетенций и способов деятельности, которые помогают ученикам учиться самостоятельно. И на этом мы делаем акцент, на самостоятельности и на комплексности. Комплексность означает, что из разных предметных областей, из разного содержания и физики, и химии, и математики, и социальных знаний, и истории могут вырастать определенные практические задачи и формулироваться уже учебные проблемы. Учебная проблема как вопрос, который нужно задать так, чтобы всем стало понятно, интересно. Что же включает в себя это задание. И этот вопрос нужно каким-то образом на него искать ответ, отвечать. И вот этот процесс, когда есть вопрос, да, он как бы повисает в воздухе, но к нему все время обращаются, все время подходят, все время, так сказать, ищут какие-то пути разрешения противоречия, которое заключается в вопросе. Потому что вопросы-то тоже должны быть очень умными, да, я бы так сказал. Не почему белый снег белый, да, а вопрос, ориентированный на определенные свойства веществ, на само вещество, на само основание, да, вот этого предмета или предметности. Но здесь, конечно же, очень многое действительно связано уже с профессиональными подходами учителей, которые тоже сегодня, если они понимают, что с современными детьми работать и, так сказать, организовывать образовательный процесс нельзя, как когда-то по старинке, что это просто не пройдет, и твои ученики будут просто такими, скажем, пассивными зрителями этого спектакля, и ничего это не даст в конечном счете и не поможет им принять какие-то знания, научиться принимать решения, научиться выполнять комплексные задания, которые в конце концов появятся уже в виде экзаменационных. Здесь поэтому очень важна стратегия учителя, который, конечно же, разрабатывает новые подходы, новые задания в плане того, что сегодня очень важно, чтобы каждому ученику было интересно и полезно. То есть когда он понимает, для чего же он это делает. Потому что если оставлять, как 50 лет, 100 лет назад, этот вопрос за бортом, за стенами, и не считать возможным на него отвечать, а для чего мы это делаем? Вы помните, Абик, когда и в ваши школьные годы наверняка возникали у учеников всегда такие вопросы. Зачем нам это надо? В большинстве случаев возникало, к сожалению. Да, зачем мы эти логарифмы изучаем? Что от нас хотят? Но сегодня нельзя не отвечать.
Сегодня нельзя оставлять без внимания эти вопросы. Сегодня это абсолютно невозможно, я считаю. Абсолютно. Поэтому, конечно, меняются стратегии образования и меняется само наполнение вот этой вот образовательной системы, образовательной среды, но если педагоги этим занимаются. Чтобы они занимались, их еще бы хорошо бы стимулировать. Но со стимулированием у нас пока довольно-таки плохо, мягко говоря. Мягко говоря. Да, ну вот все-таки фактически в дополнение к тому, что вы сказали, вы по существу уже ответили предваряемый этот вопрос, ведь действительно зачастую от отдельных учителей слышишь, может быть, по инерции, и ученики тоже эту мантру перенимают. Ну, нам нужно пройти программу, а то мы от какой-то там пункта этой программы, параграфа отстали. И действительно, на самом деле, ключевой вопрос, то, что задают школьники, особенно современные, у которых телефон под рукой, и там есть все мировое пространство интернетное, да, действительно, вот этот ключевой вопрос, зачем это надо, очень важно, да, когда любой предмет приближен к реальной жизни, даже, казалось бы, не знаю, самый теоретический. И когда человек понимает, зачем ему нужно то или иное уравнение в математике или то или иное свойство в физике или химии, действительно, в реальной жизни, как вы правильно сказали, вот снег, вот вода, вот электричество, вот, не знаю, двигатель, вот без чего как бы в повседневной жизни не обойтись, даже, не знаю, когда на уроке говорят, из чего же этот смартфон вами любимый состоит, да, ну, я утрирую, но общий смысл это такой, да, вот, да, тогда и дети, действительно, это интересно детям, и они начинают заниматься, а не когда им говорят, как вы в свое время приводили пример, проектная неделя, ну, видимо, остальной учебный год не проектная неделя, да, так сказать, да, только неделя, а что остальное, почему нужно это выделять, а остальным чем мы занимаемся? Я тоже считаю, Абек, спасибо за это напоминание, что сегодня вот без этих подходов, которые в бизнес-среде очень развиты. Там не возникает абсолютно никаких споров на эту тему, важно это или не важно. Посмотрите в финансовой, банковской сфере, в бизнес-среде все проектные методы управления, организации, выполнения комплексных сложных задач, они все используются. Эти методы позволяют совместными усилиями, совместно в командах выполнять очень серьезные стратегические задачи. И я считаю, что этому нужно учить наших детей. И это может стать определенной новой педагогикой, новыми методиками по обучению. Потому что мы застряли, я вам говорю, что мы застряли в 50-х годах прошлого столетия, 20-го, когда, так сказать, произошли какие-то новые прорывы, но они, так сказать, не могли в определенной тоталитарной системе получить какое-то дальнейшее развитие. Все маскировалось, все закрывалось идеологемами, но все-таки ростки были. И сегодня мы, говоря о том, что вот в прошлом образование было замечательное, такое, значит, такое оно было вообще супер. Да. Все там было замечательно и хорошо, да? Ну, не нужно преувеличивать, да. Были там и свои позитивные моменты, не надо все черной краской красить. Но вот это тоже не надо, да, преувеличивать. Да, мы забываем о том, что все-таки не было возможности учить детей принимать решения. Это не требовалось в том режиме, в той власти, да? Это сегодня очень важно, и это важнейшая компетенция, да? Поэтому мы должны учить критическому мышлению, мы должны учить критически анализировать свои достижения, свои вопросы, свое участие, свое совместное достижение с другими твоими участниками этого процесса. И, конечно же, ученикам нужно помогать получать удовольствие от этого процесса, от этой деятельности, потому что очень много времени они занимаются обучением. Поэтому давайте все вместе, и родители, и учителя, будем относиться
с уважением к нашим детям и это уважение прививать им для того, чтобы они с уважением относились и к нам. С уважением они будут к нам относиться, если мы будем понимать, что им их время тоже жизненно дорого и важно. И в это время им нельзя выполнять только распоряжения. И не настроен организм сегодняшнего ребенка на то, чтобы выполнять только какие-то команды и распоряжения. Нет, вот эта вот командная педагогика, она должна кануть в лету уже. Командное воспитание и вот это, скажем, давление постоянное на детей, оно должно быть заменено соучастием, уважением и, конечно же, предложением, чтобы этим детям было интересно учиться. Да, вот переходя вот плавно к того, с чего мы начали, к этой новости вчерашнего дня, я имею в виду пребывание президента в вашей школе, и фактически совещание, где участвовали все работники столичного образования, и депутаты, и вот чиновники департамента, были ваши коллеги из других школ. О чем говорили с президентом, что вам, что осталось в памяти важного? Говорили о том, что, к большому сожалению, возраст учителей, он, так сказать, достаточно высокий, что не происходит смена поколений, что очень-очень трудно с этим, что достаточно плохо с подготовкой молодых учителей, которые готовы работать в билингвальной системе. Для этого, конечно же, нужно знать, я считаю, что нужно знать как минимум не два, а три языка, и родной детей, например, русский, или в украинской школе там украинский будет, русский, латышский и английский. И вот такие учителя должны прийти на смену уже старшему поколению. Но вот проблема-то, она очень острая, очевидная, да, они не подготовлены, эти учителя, и нет программ, которые готовили бы учителей для билингвальной школы, для билингвальной системы. А это очень важно с 1 по 6 класс, когда у нас вот и в классической гимназии у нас очень серьезно мы относимся к этим методикам и к сотрудничеству, взаимодействию языков в учебном процессе в наших детей. И у нас с первого класса уже два языка в учебном процессе. Потом может подключаться еще и английский. И вот эта вот, методическая оснащенность и подготовленность уроков и самих педагогов, она очень важна. Потому что это маленькие дети, учащиеся начальных классов, и там поддержка на родном языке, она сама собой предполагается, и обучение самому родному языку. Да? Но вместе с тем процесс происходит на двух языках, на родном и на латышском. И латышский язык включается уже как язык обучения. Не просто там какой-то неизвестный детям язык или там государственный язык. Не в этом дело, а он включается как язык обучения. И дети абсолютно естественным образом воспринимают это как абсолютная данность. Да? Но для того, чтобы это было методически правильно и успешно, учителя должны быть готовы. Профессионально. Вот такая проблема была высвечена. Вот, конечно, очень много внимания уделялось методическим учебным пособиям, учебникам, учебным комплектам для детей, которые в определенном плане и для начальных классов, для пятых, шестых классов в нашей гимназии разрабатываются и творческими командами наших учителей, но этого недостаточно, потому что это добрая воля самих учителей и издательства «Риторика А», которое, так сказать, идет навстречу, понимая необходимость в таких
учебных пособиях, в таких учебных комплектах. Они на двух языках, они билингвальные, абсолютно реально билингвальные, где не повторяется ничего, не переводится ничего с одного языка на другой, но вот это вот взаимодействие языков, текстов, материалов на разных языках и в математике, и в естествознании, и в природоведении, оно, так сказать, оно там отработано методически очень, очень хорошо. Но помимо этого, мы говорили о том, что должен быть государственный заказ для того, чтобы создавали сегодня уже нового плана, нового поколения учебные материалы, дигитальные. Угу. Они должны сегодня быть, потому что ну, не способны, просто педагоги. То есть, может быть, способны, но это затратно по времени, это достаточно дорогой процесс создания дигитализированных таких учебных материалов. Поэтому требует очень много времени, усилий. Поэтому потом одному не под силу, значит, нужна команда. Я считаю, что это должен быть государственный заказ определенный, потому что мы провозглашаем приоритет обучения на латышском языке, но мы должны его подкрепить, подтвердить и, конечно же, оказать всяческое содействие этому с государственной точки зрения. Поэтому государственный заказ – это та форма, которая могла бы быть наиболее оптимальной, и тогда вот какое-то издательство, там, Белвардс или еще какая-то группа творческих IT-специалистов вместе со специалистами по содержанию предметов могли бы создавать классные электронные дигитальные учебные пособия, учебные материалы, рабочие, практические, лабораторные и так далее. Потому что в школах сегодня компьютеры, в школах сегодня панели, интерактивные экраны и так далее, и так далее. Все это необходимо обеспечить. Но и для индивидуальной, практической, самостоятельной работы учеников должен быть такой ресурс, которым ученик может пользоваться, даже сидя дома, если он заболел или он находится на карантине. Правильно? Абсолютно. Ну вот интересно тоже вот прозвучало, по крайней мере, я опираюсь на тот пресс-релиз, который распространила по итогам этой встречи пресс-служба президента, и там был упор сделан, что президент там несколько раз повторял о важности обучения, перехода там на государственный язык, я имею в виду школах вот билингвальных или школах нацменьшинств, да. Называйте как хотите, но у меня есть такое ощущение, что глава государства зачастую ломится, что называется, в открытую дверь, потому что ведь законы соответствующие приняты. Понятно, что школы их реализуют, но ведь есть еще и реальность. Я сейчас не говорю там о качестве преподавания там на государственном языке. Есть просто реальность, когда дети приходят, вы это знаете лучше меня, из разных семей, с разным уровнем владения и невладения государственным языком, особенно в младших классах, да, иногда или во многих случаях родители, у них уровень владения латышским таков, что они не могут помочь ребенку качественно, ну, может быть, еще в первом классе как-то могут, а дальше не могут. Поэтому мы можем любые как бы концепции выдвигать, но есть какая-то реальность, все равно это процесс, не правда ли? Нет, ну, безусловно, что это процесс, и этот процесс более чем реальный. В этом году уже все старшие классы учатся на латышском, да, языке в Латвии. То есть вся старшая школа, это с 10 по 12 класс, это процесс обучения на латышском языке. И качество этого процесса образовательного, конечно же, на этот вопрос на стороне школ сегодня. Как школы готовы, как они разработали свои стратегии и программы, какие учителя работают в этих классах и так далее, и так далее. Но самое важное, я считаю, что здесь нельзя сетовать на то, что да, вот у родителей нет латышского языка, да, в семьях не говорят на латышском языке. Понимаете, можно констатировать эти факты
одно десятилетие, второе десятилетие, третье. И так ничего не будет меняться, да. Четвертое десятилетие, пока все не вымрут. Нет, конечно же, на это не надо кивать, это не надо сетовать, что вот так нам не везет. Да, конечно, не везде в Плявниках ты или там в Болдарае. Вымоньте, зачем Болдарае? Не везде ты услышишь латышскую речь, в магазинах тоже этого не будет. То есть, в принципе, вот эта вот среда, она медленно становится двуязычной, да. Наверное, часто стал слышен и появляться английский язык, да, особенно в местах ближе к центру. Но я считаю, что, еще раз говорю, что никаких не должно быть экивоков и оправданий того, что и дети-то пришли и плохо знают, и дети-то еще не знают и не умеют говорить на латышском. А дети учатся, и мы должны создать все условия, чтобы дети учились. Если возникают проблемы, то эти проблемы нужно, еще раз повторю, формулировать, их надо озвучивать вместе с детьми, их надо препарировать для того, чтобы понять, что же не получается. В чем проблема? С лексическим наполнением уроков или с какими-то связками, фразами, да? Может быть, с тем, что устно мало проговаривается на латышском языке, как бы не даются понятия в контексте, а просто отрывочно от контекста, от содержания, сами понятия на латышском языке. Некоторые учителя считают, что этого достаточно, а дальше уже как пойдет. Да? Но это тоже, видите, вопрос, я как говорил, уже профессиональной подготовки учителей. И здесь очень важно, идти ученикам навстречу, то есть понимая их проблемы, понимая их трудности, может быть, но идти навстречу и не считать детей идиотами и дураками, которые не могут выучить язык и не могут пользоваться этим языком. Для нас ведь мы не ставим такую задачу, мы не сможем никогда проверить, что там выучили в конце концов на всю жизнь наши дети. Да? Это все будет меняться много раз. А вот каковы их возможности учиться, и как они учатся, и качество вот этого их учения и самооценивания, вот это мы видим. И здесь мы можем всегда скорректировать, всегда оказать профессиональную педагогическую помощь, когда консультирование, когда возникают трудности и проблемы. Да, и неравнородные классы. Но если учитель работает фронтально, всем одно и то же, и всем одинаково, значит, тогда никакой успешности в этом процессе не будет. Будет выпадать 2/3 класса. А если он умеет и научился работать в группах, чтобы дети учились в группах, а не в классе большом, да, 25-30 учеников, а в группах по 4 ученика, по 5 учеников, тогда он действительно видит и понимает, что происходит в этих мини-группах, как пользуются языками в мини-группах, как они понимают смысл текстовых задач и заданий и умеют с этим работать или учатся, научаются с этим работать. Вот здесь очень важно. Поэтому, конечно, президент не может вникать наверняка в эти методические проблемы и нюансы, но он об этом с интересом слушал, с интересом задавал вопросы. И, в принципе, я считаю позитивно то, и это надо отметить, что этому вопросу, то есть он не остался каким-то пройденным этапом и не остался каким-то уже решенным вопросом, да, и вот как оно есть, так и пусть будет, и какие-то там проблемы. Ну и сами там занимайтесь этим проблемами. Если президент интересуется, привлекает к этому процессу внимание и нашего самоуправления, вот мы находимся же в Риге, Рижской Думы, и мэр Риги присутствовал, и депутаты, политики присутствовали на этом мероприятии, на этой дискуссии, и они тоже слышали и участвовали в этом разговоре, и понимают, что
внимание должно оставаться со стороны и города, самоуправления, и государства, и президента. И это внимание должно в конечном счете воплотиться и реализоваться в какие-то действия по поддержке образования образования и обучения на латышском языке. И наиболее важная ступень и вопрос – это подготовка к этому процессу. То, что мы называем билингвальным образованием, оно должно быть качественным. Может быть, буквально последний вопрос, если можно коротенько, такой на засыпку. Я понимаю, что тяжело какие-то прогнозы высказывать. Все-таки ваше ощущение, удастся ли весь учебный год вот поработать все-таки в таком очном режиме? Я был удивлен и шокирован, когда вдруг решили, что раз в две недели будут тестироваться ученики. Да, да, да. Я был удивлен и шокирован, и, конечно же, я высказал, где мог, в социальных сетях и в обращении к министру. И вас услышали, между прочим. Да, что это неправильно, и нужно немедленно возвращаться к еженедельному тестированию. Да, пусть это будет тестирование группы, но оно выявляет, есть ли там какое-то позитивное проявление этого вируса, и, соответственно, сразу принимаются меры. И если еженедельно мы будем тестироваться, то рисков меньше того, что будет инфекция распространяться. А если мы еще будем соблюдать правила и, так сказать, следовать алгоритмам, то тогда надежда, я думаю, что абсолютно реальная на то, что мы будем учиться очно. Но, понимаете, бывают такие случаи очень странные, когда, это назвать безответственностью даже, наверное, будет неправильно, потому что это абсолютное не включение себя в какие-то вот эти наши социальные процессы и вообще непонимание того, что все мы сосуществуем вместе. Например, родители болеют ковидом, ребенка отправляют в школу учиться. А он контактное лицо. Естественно. Но они его отправляют с удовольствием учиться. У него же симптомов нет, как бы, да? Пускай идет. Нет, даже симптомы могут быть, насморк, но им же все равно вот таким людям, да? Они не включены в процессы. Они думают только о своем, о своих каких-то... Иди там, в школу, да, говорят они. Пушистых питомцев, да. Значит, иди в школу и все, да, дальше случай инфицирования, дальше класс на карантине. Или, тоже жизненный пример, уже в 11 классе ученица, которая болеет, у нее насморк, у нее там, температурка. Ей надо идти к семейному врачу и сдавать тест для того, чтобы выйти уже. Если она считает, что поправилась, выздоровела, то чтобы прийти на занятия. Но нет. Оказывается, в пятницу, то есть она все дни недели не ходит, болеет, а в пятницу математика. А математика же очень важный предмет. А у нас-то математика сразу 6 уроков. Ну надо же прийти. Обязательно. С насморком и температурой. Что вы думаете? Нет, а у нее тест сдан. Но она, заявляет о том, что у нее тест негативный. И приходит, да, а ее мы вынуждены отправить обратно, потому что она не посмотрела в другую сторону, она посмотрела вправо, там негативный, это предыдущий тест. А то, что... А в лаборатории всегда пишут, что предыдущий какой был, да? Да. Она... А настоящий тест положительный, и она является ковид-больной пациенткой уже, врачей. Поэтому она не должна была ехать в транспорте, приходить в гимназию, да, но хорошо, ее сразу развернули, и она ушла. Но в результате тоже класс на карантине. Вот так. Да, спасибо это большое. Это тоже ответ многих. И понимание того, что мы здесь каждый сам по себе,
он ситуацию не сможет контролировать, и это невозможно. Нам всем вместе только... Да. Вот именно, может... хорошее завершение эфира. Спасибо большое, время больше нет. Роман Алиев у нас был в прямом эфире. Большое спасибо. Вы слушаете «Радио Болткома».